Внимание, внимание! Начинаем новогодние соревнования! Становитесь стар и млад! Начинаем мы парад! Вот так по команде «Снегурочки» начался парад участников ежегодной эстафеты «Новогодний переполох». В зале самые юные спортсмены клуба «Калибаскит» и их родители. Оказывается, эти крошки уже неплохо научились управлять мячом, продемонстрировали навыки в соревновании на скорость. Мы сегодня, у нас была эстафета. Мы там занимались, против других команд играли. А еще малышины обнимались с огромным плюшевым медведем, котом, попугаем и зайцем. А также встретились с Бабой-Ягой и самим Дедом Морозом. Как и полагается, он вручил юным спортсменам новогодние подарки. Праздник замечательный, ребенок в восторге в полном. Молодцы, что вообще для детей организуют подобное мероприятие. Спасибо. Это же праздник, это же не соревнование, это эмоции, это совершенно другое. Очень хорошие ребята пришли. Я очень рад, что у нас в проекте, то есть и в городе есть дети талантливые и хорошие родители, которые воспитывают хороших детей. Отмечу, что сегодня в рамках проекта «Уралкалия» по развитию баскетбола в Березняках работает 8 детских групп дошкольного возраста. Еще 2 в Соликамске, всего это около 150 детей. Много мальчишек, первоклассников, которые у нас пришли с дошкольного проекта. То есть, и сегодня они уже показали, что они могут. То есть дети действительно не боятся мяча, действительно уже умеют играть. Понятно, что до баскетбола нам еще тянуться и тянуться, да, но они игровики. То есть это самое главное. Конечно, главная цель проекта – с малых лет привлечь детей к занятиям спортом для формирования крепкого здоровья и физического развития. Однако мы уверены, что этих ребят непременно ждет и большое спортивное будущее. Десятки выпускников «Калибаскита» уже доказали это своим примером, став известными и успешными в профессиональном баскетболе. Елена Катаева, Алина Багрянская, Никита Игнатьев. Наши новости.